Sveiki, это канал изучения литовского языка, видеомокикла и словарь. Сегодняшняя тема – кальбеймас. Кальбеймас – говорение. И сегодня мы выучим несколько слов, связанных с говорением, со словами «говорить», «говорение», «язык» и так далее. Сакити, сако, саке. Сакити, сако, саке. Говорить. Что сказал? Это что ты сказал? Так значит, потому что это второе лицо прошедшего времени. Что ты сказал? Что сказал? Ка сакей. Ка сакей. Ка сакей. Ка сакей. Что сказал? Кас окей? Ответить. Отсаките, отсако, отсаке. Отсаките, отсако, отсаке. Я тебя спросил. Аш тавяс клаусил. Аш тавяс клаусил. Я тебя спросил. Но ты не ответил. Бет. Бет. Но. Бет ту не ацакей. Бет ту не ацакей. Я тебя спросил, но ты не ответил. Аш тавяс клаусил, бет ту не ацакей. Аш тавяс клаусил, бет ту не ацакей. Аш тавяс клаусил, бет ту не ацакей. Еще один раз. Аш тавяс клаусил, бет ту не ацакей. Если вы смотрели другие видео, вы должны знать, что эти три слова – три основные формы глагола. Инфинитив – что делать, третье лицо настоящего времени – он, она или они говорят, говорит, говорят, и третье лицо прошедшего времени – он, она, они говорили или говорил, или говорила. Так что эти три основные формы глагола. Вы должны это знать. И как вы видите, как и на русском языке, многие слова имеют префиксы, как «с», «от», «за», так и на литовском языке есть префиксы «па», «от», «уж» и другие. И так вы видите, что на русском языке, например, «говорить» и «сказать» так, несовершенный и совершенный вид. Там другие слова «говорить» и «сказать», но на литовском языке это тоже слово, но с префиксом «па». И ответить и заказать тоже тот же слово, но с другими префиксами. Сакити, сако, саке. Сакити, сако, саке. Пасакити, пасако, пасаке. Пасакити, пасако, пасаке. Отсакити, отсако, отсаке. Отсакити, отсако, отсаке. Ушсакити, ушсако, ушсаке. Ушсакити, ушсако, ушсаке. Это как уж и сакити. Потому что и так, так произносится, как ушсакити. Ушсакити. Но это ужсакити так не произносить, поэтому произносим ушсакити. Ушсакити. И здесь «от» и «саките», так «отсаките», так как получается как «ц» – «отсаките». Здесь получается как «ш» – «ушсаките», «ушсаките». Но это буква «ж», «ж». Переказать. «Исаките», «исако», «исаке», «исаките», Исако, Исаке. Император приказал
не сдаться. Император приказал не сдаться. Imperatorius įsakė nepasiduoti. Imperatorius įsakė nepasiduoti. Imperatorius įsakė nepasiduoti. Iš šio dienos. Imperatorius įsakė nepasiduoti. И вы видите, там есть и другие. Как по, уж, от, так и есть и, который значит о, на или в. Теперь заказать что-то. Užsakyti, užsako, užsakė. Užsakyti, užsako, užsakė. Заказать. На для Рождества я заказал торт. Ну, калядомс, калядос значит Рождество. Но калядомс для Рождества. Для праздника Рождество. Ну, как сказать? Калядомс. Для Рождества. Дательный падеж. Калядомс užsakiau торта. Калядомс užsakiau торта. Я заказал торт. Это винительный падеж. Именительный будет тортас. И винительный торта. Торта. Калядомс užsakiau торта. Калядомс užsakiau торта. Калядомс užsakiau торта. Калядомс užsakiau торта. И вы можете, вы, может быть, спросите, почему здесь произносить как užsakiau. Užsakiau. Кел. Так, это знак. Это знак, мягкий знак, так как на русском есть отдельная буква, так, на литовском языке мягкий знак есть буква И. Так, И и А произносим как Э, Э. И здесь двухгласные Л, Ау, Ау. И с мягким знаком L, L, так как užsakiau, užsakiau, L, L. И здесь еще одно, еще один трудный, трудные, трудные звуки для русскоговорящих, это О, О. Вы, во-первых, должны так произносить У, У, и тогда передвигаться на О, 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 так как, во-первых, У, там потом О и О, 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 О. Не О, но О, О, так как произносите быстрее. О, О, не посидуйте, не посидуйте, не сдаться. Давать, дуйте, посидуйте, сдаваться. Не посидуйте, не сдаваться. Уроки о произношении литовских букв будет в будущем. Шнекеты, шняка, шнекею. Говорить. Шнекеты, шняка, шнекею. Шнекеты, шняка, шнекею. Говорить. И какая разница? Сакиты, говорить или сказать, пасакиты. Так, какая разница? Шнекеты, шняка, шнекею. Ну, это слово более используется в разговорной речи, так, в более официальном языке. Ну, шнекеты, шняка, шнекео,
ну, так не очень используется. Но в разговорном языке, в разговорной речи такое слово говорить используется. Ну, там можем сказать, он говорит и он что-то говорит, шняка. Или там беседовать. Да, может быть, что это слово значит беседовать с кем-то. Или просто говорить. Шнеке ты, шняка, шнекею. И еще одно слово говорить. Кальбете, колба, кальбею. Кальбете, колба, кальбею. Так как сакити сказать что-то, пасакити тоже сказать или ну, а кальбете говорить. Так, это несовершенный вид. Так как кальбете русский, говорить по-русски. Кальбете литовский, говорить по-литовски. Колба. Колба. Язык. Колба. Литую колба, литовский язык. Русу колба, русский язык. Англу колба, английский язык. И язык во рте, так как это часто тело, лежовис, так как язык как литовский, английский, и язык во рте, это другие слова на литовском языке. Лежовис есть слово. Ну, язык как людей, колба, как русский язык, например. Кальбеемос, кальбеемос, говорение. Кальбеемос. Тарти, таря, таре. Тарти, таря, таре. Произносить. Таримас. Таримас. Произношение. Тарме. Тарме. Диалект. Это было все для этого урока. Я надеюсь, вы нашли этот урок полезным. Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях. Если я сделал ошибки на русском языке, тоже прокомментируйте и напишите, что я сказал не так. Спасибо, что смотрели, и до свидания.